мое состояние, но я же поступила уже в школу, я занималась терапиями, как бы я терапевтировала себя, и мне казалось, что я супер отработанная, и все у меня в порядке. И как бы я такая была, думаю, что мне даст еще нового? Ничего абсолютно. Но показалось, что это только поверхностная была отработка, и то, что происходит внутри состояния, и то, насколько оно глубинно все спрятано, это вообще другое. Терапии — это терапиями, это какое-то эмоциональное состояние снять, что ты чувствуешь, ну вот так, дословно, прямо на поверхности, скажу, своего тела, да? А то, что происходит внутри, и как там все это течет, и какое пространство внутри тебя, это очень интересно. И сейчас, конечно, это два разных состояния, абсолютно. Самый большой мой результат, ну, это, наверное, изменение полностью меня всей. Понимание себя, узнавание себя, да. Внутри себя я чувствую огромную вселенную, огромный мир. Он масштабов просто, он растет и растет, разрастается, да. Это огромная уверенность и ощущение того, то, что я не одна, ощущение связи с высшей силой и со всеми возможностями, то, что абсолютно все, что ты хочешь, оно сбывается, оно все реализовывается, и как будто у тебя нет границ теперь. Ты вышла за границы вообще не только своего мозга, ты вышла за границы мира. Ты можешь делать абсолютно все, что ты хочешь, да, и это все тебе возможно и как бы, ну, подвластно. Но здесь должно быть четкое и здоровое понимание такой позиции взрослого человека и ответственности, да. Это не говорится о том, что твори, что хочешь, а именно взрослой, ну, как бы, такой позиции. И, знаете, есть закон, есть порядок, и тогда любовь работает. Вот это сейчас в моем случае. Есть законы, которые я соблюдаю, ну, живу вот в этом порядке. И все в моем мире, оно стало работать от любви с родными, с близкими, с людьми. И вот как-то я смотрю на мир с огромной любовью. И мир смотрит на меня также. Ой, сейчас прям расплачусь. Состояние счастья. Совсем случайно узнала о Юле. Это прям такая история интересная в том плане, потому что мне вообще рекомендовали другого, как бы я собиралась в другое место, и утром я почувствовала какой-то такой вот тремор того, то, что мне не надо туда ехать. Занятия должны были начаться, как бы мне не надо туда ехать. И я прям интуитивно чувствовала, что, ну, туда, хотя уже депозит я оставила, получается, но я не поехала. И буквально через 10-15 в инстаграме Поля мне саму выложила вот Юлю, дало, видимо, то, что я уже грузила тета хилинг, я увидела Дорофееву, зашла, просто посмотрела минут 5 ее страницу и поняла то, что этот человек обучит меня именно так, как мне надо, да. И, ну, и сразу связалась с администраторами, получается, и уже в ближайшие дни, там как раз был старт, через пару недель я уже была на курсе. Для меня вообще не существует никаких других как инструкторов по тета-хиллингу. Я даже не рассматриваю. И, если честно, я даже не интересуюсь вообще, что кто есть. Я пришла к Юле, и у меня была на курсе, конечно, там работало мое эго где-то там, я еще не до конца отработанная была. Но у меня была демо-сессия с Юлей, и после того я увидела, как это все стало работать в моей жизни. Запросом была в сессии, ну, я ставила здоровье ребенка, и я увидела, как кардинально все у нас поменялось, и я начала работать с собой, и мой ребенок начал выздоравливать. У него стал как бы крепнуть иммунитет, и мы решили достаточно много, как будто я сидела в каких-то очках и не видела, как это работает, да. А потом сами люди начали приходить, и я начала видеть тех людей, которые могут нам помочь. И вот наша жизнь после моей демо-сессии, у нас было всего лишь одно простудное заболевание, это сезонное. И, конечно, я не могу выбирать кого-то другого. И более у Юли есть такая энергия, и да, она такая мощная в том плане, она может тебя действительно столкнуть с реальностью. Да, будет больно, но изменения потом начнут очень сильно встраиваться. И мне нравится в Юле, это не бабочки и розовый свет, и феи, как, ну, вот, это вообще не моя энергия, я не могу
там, учиться у таких людей. Мне надо, что где вот прям реальность, где тебя, где тебе покажут твою реальность, и ты с ней будешь работать. Ну, как бы дадут ответственность тебе в твои руки.